M1 Global presents. Не успели оглянуться, а уже 10-й бой. Еще раз представлю наших бойцов. Синий угол ринга. Висхан Эзерханов, Чеченская республика, против Исы Ханиева, который представляет республику Ингушетия, красный угол ринга. Первый раунд. Не торопясь, аккуратно начинает. Первую попытку. Да. Проверит. Первый, да. Изъявил желание проверить. Все-таки первый. Да, оживились. Лоу-кик, нога. Отлично. Пытался, ну и Висхан переводит. Да, сразу активное боевое действие. Такая тишина. Да, такое напряжение чувствуется. Да, да, да. Ну, шея освободил он, да, ты смотри-ка. Да, ну грамотно захватил все-таки Иса Ханиев, забирает руки, не дает работать, ну и, конечно, рефери поднимает. Рефери поднимает, да. Но ты обратил внимание, Тимур, очень собранные, да. Очень быстрые. Грамотные бойцы, видно, что, да? Вот сейчас проходит сильный. Лоу-кик, сильный лоу-кик, да. Прям мощный такой звук. Ну, прошлое Исы Ханиева чувствуете? Да, красивый такой разворот. Вот, да, с разворота пытался провести Висхан. Удар в корпус, еще один выше и проходит, да. Да, Иса Ханиев позиционируется как кикбоксер, но ногами работают оба великолепно. Да. Маваши, Ура Маваши. Да, запытался все-таки Висхан, да. И Висхан сработает с кикбоксером, руками тоже. Значит, у него удатка неплохая должна быть. Но сильный удар. Пытался, да. И переводит, да, сразу переводит. Партер пытается перевести Иса. Ну, а Висхан, мы бой видим, очень, да. Очень интересно, бой жесткий. Удушающим хочет закончить бой, да, и сейчас, конечно, сложно приходится Исе. Да. Но все-таки не, Висхан не закрывает, да, не забирает. О, как громко, да, бросает. И, шлепок, да. Иса, ну, вот сейчас мы видим, что Иса грамотно поднимает ноги, не дает все-таки задушить себя. Да, он это производит, но, по-моему, шея в захвате. Да, очень сложно сейчас. Сейчас, да. Не лучшая позиция сейчас у Иса Ханиева. Да, у Иса тяжелая, конечно. Но пытается выйти, да, молодец, и выходит. Выходит, и публика, да, поддерживает. Да, Иса Ханиеву. Публика поддерживает, да, из такого, с такой сложной ситуации выходит очень Иса. Сложно. Да, сейчас добивает. Да, очень мог закончить Висхан, на самом деле, быстро этот бой мог закончить. И сейчас все наоборот, Иса уже... Очень быстро поменялись позициями, но не удержит. Да, здесь уже нет. Вытащил Висхан. Ну, позиция, можно сказать. Но прижимает к себе, да. Сильно размахаться не дает. Так, оттянулся. Это самое грамотно, правильное, что грамотно, может быть, да, грамотно, да. Грамотно. И да. Тут болевой на ногу, нет. Да. Нет, уходит он от этого все-таки. Ну, что могу сказать? Великолепно бойцы оба. Да. Ох, ой! Пропускает мощный удар Висхан Эзерханов. Ну, судя по его лицу, он даже не почувствовал этот удар. Я сказал бы, да, по крайней мере, не показал, что да, я не показал. Да, не почувствовал. Может, конечно, и почувствовал, но не показал. Да, но не показал. Но мне вот сейчас видится, все-таки Ханиев дышит тяжелее. Ну, потратил, вот сейчас он, да, потратил последнюю, наверное, минуту, потратил. Хорошо, очень много сил. Хорошо, наработал на добивании, это видно. Откинул ноги и такой амплитудный удар. О, проходит. Круговой. Пропускает все-таки Висхан. Уже не первый удар. Да. Ну, видно, Ханиев в этом направлении работал на добивании. Так, ну что там у нас? И так, попытка захвата ноги, да, со стороны Эзерханова. Что там было? Пытался, нельзя, лежа пытался по голове удар провести удар ногой. Это думаю, больше западка была. Это они... Да, наверное, да. Да, я не думаю, что вообще-то было личное или политическое. Ну, конечно, это было как бы на эмоциях, можно сказать. Там, более да, жесткий, Тимур, да? Глаза квадратные, там, да, аудитория, публика, да, свет, родственники. Они уже работают. Ох, как грамотно! Нагнулся, да, увернулся, да, от этого удара. Как красиво Иса ударил, и еще красивее ушел. Ушел, да. Вот на таких ударах... Вкладываются, оба вкладываются очень сильно. Ну, Иса, видно, подустал. Мы видим, подустал очень сильно. А я вот еще заметил, Иса, раньше подустал. Это все следствие того, что много вкладывается. Бьет от души. Да, ну, очень много ударов таких, знаете, размахом бьют. Конечно, тратится очень много сил. Сейчас Висхан делает то же самое. Если он сейчас не приведет этот удушающий, то тоже устанет. Ну, вторая рука руки у него, забьются. По-моему, не очень удачно стоит. Да. Его, выходит. Уже...
Падает капа у Исы, судья, рефер останавливает поединок, но продолжается. Ну просто молодцы, просто заглядение. Это, наверное, самый красивый бой вечера сегодня. Да, очень такой. Почувствовал. Держаться, 10 секунд. Держаться. Пропускает еще один удар Иса. Ну и, конечно, ему сейчас надо удержать. Держится, да. Удержать все-таки до конца. Осталось несколько секунд, чтобы прийти в себя после первого раунда. Ну, просто молодцы оба. Красивый бой, согласен, но очень устал Иса. Мы видели, Тимур, два красивых, очень красивых, быстрых боя. Красиво, но очень быстро. Да. Этот бой совсем... А этот долгий, подольше, но удивительно красивый, да. И на высоких скоростях, и амплитудные удары. Я думаю, у обоих бойцов большое будущее. Это совершенно очевидно. Ну, мне кажется, что все-таки Иса чуть больше подустал. Это заметно по нему, да? Он потратил больше энергии на первом раунде. Мне показалось, немножко уступает в классе. У него, как сказать, физиология хорошая, но разница в классе. Но это восстановимо. Похоже, что Висхан чуть-чуть поопытнее все-таки. Да, очень хочется, чтобы спортсмены... Вот следующая работа, очень важно, какие тренера и как будут с ними работать. Но Алиса Ханиева, безусловно, да, огромное будущее у нее, это совершенно точно. Потенциал огромный, ресурсы, ну, великолепные. Ну, очень зрелищно показали первый очень. Раунд. Бойцы. Это самый красивый бой вечера сегодня. Ну и посмотрим, успели ли прийти бойцы в себя после небольшого перерыва такого. Я думаю, успели, потому что оба довольно хладнокровные, сфокусированные. Мы не видим таких шальных глаз. Такого блуждающего взгляда по залу. Да. Вполне адекватно слушают. Все-таки заметно, что Иса чуть больше подустал. Это заметно. Подустал побольше, потому что, да. Висхан как-то спокойно ходит, а Иса и чуть-чуть подустал. И бросает руки. Посмотрите, бросает руки. Надо бы и Иса тоже побросать руки, помахать ручками. Сейчас, я думаю, будет Исе сложно провести второй бой, потому что, мне кажется, он думаю, не успел восстановиться. Я думаю, что будет труднее, а там как повернется, я думаю, Богу известно. Да, не успел восстановиться он еще. Но он не сдается. Он продолжает, и оба спортсмена продолжают этот бой. Безусловно, оба показали хороший класс. И сразу же Исаба такой, да, мощный удар в корпус проводит. Сейчас как бы эмоции не овладели, и одним, и другим не овладели. Висхан пробил. Аккуратненько. Пропускает. Так, надо Иса собраться. Нет, вот это совсем не нужно делать. Это лишнее движение, которое также... И очень энергозатратное. Да, причем и так уже энергии нету. Да, ему кажется... сейчас надо поднять руки и закрыть лицо, первое. Ну и попытка была пробить печень, хорошая попытка. Еще была. Один вторая, да, попытка, да. Да. Ну это уже чисто формально. Да, тут уже неплохо не бы. Стал так, дальше больше попытка отогнать от себя, по-моему. Да, да. Ну и тут, сказать? Я думаю, не стоит себе переводить в партер, потому что хороший, ему да, будет очень сложно. Да. Мы слышим, публика поддерживает спортсменов. Я уверен, нравится очень бой этот. Так. Сейчас болевой пытается Иса провести болевой на руку. И сможет ли он закончить? Я думаю, уйдет он. Ушел. Нет, да. Не смог закончить. Был Иса. Бы посвежее, Ася, можно да, было я думаю, что подумать об этом, закончить, да, более интересно. Ну, в какой-то момент, в какую-то секунду, я думаю, что все-таки узнал. На очень короткое время, и тут же поменялись позициями. Все-таки находят спортсмены силы, да? Ну, на то они бойцы. Откуда берется такое второе дыхание? Да. Мы говорим, яхта Тейлор, да? Да, поэтому молодцы. Красивый бой. Я еще очень, раз очень скажу об этом, бой. Что очень красивый один, бой. Можно сказать, из самых красивых боев на протяжении этого, я позиция напомню, меняется 10-й уже каждую бой. Секунду. Но пытался, добивание, да? Добивание, обрати внимание, не такое, которое было в первом раунде со стороны Исы Ханиева. В первом раунде он прямо впечатал в пол его. Да. Висхана. Вот сейчас... Висхан чуть-чуть попредпочтительнее, как-то сумел лучше построить бой, сохранить больше силы. Да, распределить силы. Да. Но выходит все-таки Иса. Иса выходит из этого положения. Вот казалось бы, да, нет сил, все, уже нет сил даже бить. А как-то находят спортсмены и продолжают этот бой. Откуда-то они находятся, да. И продолжают этот бой. Оба подустали, оба. Так, попытка Висхана выйти.
Уже устали, да, и судья, я думаю, поднимет. Я бойцов, думаю, целесообразно, да, потому, да, потому что зрелищности нет, да. Да, надо как-то поактивнее себя вести. Так. Эдерганов. Висхан поднимает руки, посвежее. Говорит, что я как бы, да. Посвежее. Ну, а если надо собраться, собраться надо. Не опускает, Брайана делает Висхан, не опускает руки, потому что прекрасно понимает, что да. Иса работает руками. Если размашисто работает, да. И может задеть любую секунду. Уходит, уходит Иса. Ну, да, Мамаши, такого... конечно, мог бы и голову оторвать, но не попадает. Еще один наносит Иса. Уже которая попытка Иса, пробить, да, печень со стороны Иса Ханиева. Да. Ну, проходит удар. Он как-то, да, попадает, но, да, видно, не попадает как надо, или, ну, печень нельзя так вот прям, как сказать, перестоять. Да. Значит, попадания все-таки не было. Пытается болевой на руку сделать Висхан, и будет ли силы у Исы выйти, ну, из этого положения. Происходит. Да, выходит Иса. Вышел, да, молодец. Забрал руку. Ну, я удивляюсь до сих пор, откуда силы берутся, вот. А вот оттуда берут, а эти вот оттуда, да, да, работа. Не один день тренировки, конечно. Да, как говорил Суворов, молодцы, вот трудно правда. В учении, легко в бою. Не хочет, чтобы Висхан поднялся, Иса не дает ему подняться. Я думаю, есть смысл, остановитесь. Вот тут он ногу, наверное, зря все-таки отдал, потому что Висхан, нет, все-таки не смог Висхан провести болевой. И последние 10 секунд, ну... Поменялись позициями, да, похоже? Последние 10 секунд, я скажу, очень красиво второго раунда. Я это думаю, бойцы не будут ничего, активность никакую проявлять, потому что все прекрасно понимают, я думаю, там, да, отопление закончилось. Да, ну еще есть третий раунд. Да. Третий раунд. Надо восстановиться все-таки, успеть восстановиться за это время, за короткое время. Ну, что я могу сказать? Еще один красивый раунд, который показали нам бойцы. Давайте я еще раз представлю наших бойцов. В синем углу ринга это Висхан Эзерханов, который представляет Чеченскую республику. И Иса Ханиев, красный угол ринга, который представляет республику Ингушетия. Ну, я думаю, судьям работа прибавит этим. Да, ну, согласитесь, Руслан, что... Оба бойца достойны победы. Просто вот правда. Да. Что один, что второй, они достойны этой победы. Молодцы. Да, молодцы. И я бы, вот правда, я бы отдал, они... вот отдал бы сейчас бы ничью этим бойцам, потому что равный, красивый, мощный бой. Если вот здесь предусмотрено ничья, то я бы тоже охотно отдал, да, бы. Да, если экстра раунда не будет, то да. Не сдаются. Самое главное, что оба бойца не сдаются. До конца бьются, до конца дерутся, до конца идут. И кажется, да, вот сидим мы здесь, комментируем, мы здесь думаем, все, сил нет, вот не будет сейчас сдаться, наверное. Я не откуда-то нет, да, находит какую-то, да, силу, да, и продолжает, да, этот бой. Молодцы. Так, ну сейчас кто сохранит себе больше силы, кто? Отдыхает, а? Дает. Да, да, а, да. Там воду разлили с рефер, да, убирает немножко воды, чтобы бойцы не подскользнулись. Но этим пользуются бойцы. Есть лишние секунды, наверное, отдохнуть, привести себя. Да, вот очень эмоциональные секунданты, брызги во все стороны. А тут, как пытается известно... привести в порядок, да, да. Да, как известно, во время вот выкинул ногу, и надо ноги бывать неустойчиво. Третий раунд, да. Уважаемые телезрители. Очень красивого, но яркого поединка. Выиграет сейчас тот, кто сохранил больше сил, я так думаю. Желание выиграть оба показали. Оба показали, да, и до сих пор есть, я сказал бы. Так, попал, по-моему, Ислам. Справа. Стандартный удар со стороны Айса Ханиева в печень. Сейчас вроде как и прошел удар у Висхана, но не такой прям. Причем мощный, да. У обоих был не сильный, больше похожий на шлепки. Опускает больше руки Иса, мы замечаем. Так, Висхан пробил сейчас.
Не надо Айса Ханиева собраться. Собраться надо. Руки опускает Иса, на самом деле очень много. И поэтому пропускает. Поддержка публики, я думаю, этого обоим спортсменам все я идет. Думаю, да, да. Потому что молодцы. Я думаю, зрителям очень понравился и нравится этот бой. И будет, Тимур, очень редкий удар. Майгери, Киаги в лицо попал. Айса попал. Не сильно, но попал. Его провести трудно, и попасть тем более трудно попасть. Но, наверное, это тут, самое конечно, правильное решение, сейчас Соломонова решение, пройти просто пытался, провести сваливание. Но вот сейчас, конечно, если отдаст и ставишь шею, то этот бой можно... Бисхан Эзерханов просто так прошел ему бэк-маунт. Не стал, да, не стал душающий. Сейчас переключился, да, фулл-маунт. Ну, посмотрим. Получится ли у Висхана все-таки закончить, да? Активность нет, не упала. Я уже хотел сказать, что активности нет, но что-то там попытка была. Ну, все-таки не дает Иса закончить этот бой быстро Висхану. И я думаю, что Висхан сейчас попробует пойти на болевой на руку. Скорее всего. Да, идет болевой на руку, да. И рука, да, нет, он угол под углом, да. На месте, попытки, ну, мне кажется, судья сейчас рефери поднимет их все-таки, потому что долго лежат и без действия спортсмены. Ну, посвежее. Хотя оба в конец устали. Конечно, да, судья поднимает бойцов, да, и я думаю, это даже лучше и для бойцов, и для зрителей, которые хотят вот увидеть. Глубокий вдох и выдох лица. И руки поднять для начала. Ну, Висхан, да, держит руки всегда, несмотря на то, что устал тоже. И сейчас болевой, да, может пройти. Но нет, нет, я думаю, да. Но сил, да, силы нет уже, все закончил. А сейчас тоже не хватило сил. Ну, красиво, молодцы, да. И оба спортсмена пытаются и не только наносить удары, но еще проводить прием, разные приемы. Ну и сейчас, конечно, пытается, наверное, удушающий, да? Отсюда плохо видно нам, конечно, мне кажется, удушающий пытается Висхан провести. Но выходит Иса из этого положения. И коленом пропускает Висхан удар коленом. О, удар в голову. Еще на добивание работает. Да, да, и на добивание работает, но Висхан защищается, пытается закрыть голову. Добивает, добивает, добивает. Но Висхан пытается убрать его, не дать добивать. Надо защищаться Висхану, чтобы... Ну, сил, конечно, мало, согласен, но нет. Выходит, выходит из этого положения Висхан. Пытается, пытается добить Иса, да. Висхана. Если эта попытка не закончится успехом, Иса, я думаю, еще не сразу будет. Ну, существенный удар пропустил Висхан. Существенный удар пропустил Висхан. И... потратил уже много сил и сам на добивание. Я сказал, что Висхан забрал третий раунд, а вот как получилось. Концовку, да, да. Концовку забрал Хельза. Очень, очень, да, грамотно. Сумел таким забраться, но, сумел. Я не знаю, но действительно очень красивый, насыщенный, да, вот всем, всем этот бой. Ну, просто слов нет. И сейчас садится поудобнее Иса, пытается уже работать на добивание последние 10 секунд. Третьего финального раунда этого поединка. Сложно бойцам, сложно сейчас также Висхану, который находится внизу. Ну, знаете, Руслан, я даже рад, что этот бой закончился именно вот так. Недосрочной победой чей-то, да, какого-то, да, конечно, спортсмена, конечно. А именно вот так по окончанию основного времени. Очень интересно, кому отдадут предпочтение боковые судьи, да, кто-то все-таки вырвет, но я еще раз скажу, вот правда, очень красивый такой яркий бой, и я бы отдал бы этот бой, вообще закончил бы ничьей, потому что что Иса, что Висхан дрались, боролись очень равно, очень красиво. И с переменным успехом, да? Да, поэтому
пусть останется, скажем так, все за совестью именно судей, которые сейчас определяют победителя. Да. Мы выразили только свое мнение, а уже дело за судьями. Конечно, им, наверное, виднее. Но в любом случае, еще раз скажу, что этот из 10 боев, это 10-й бой этого турнира, это самый красивый, зрелищный бой, зрелищный, долгий, который длился все три раунда бой. Вот правда. Я бы добавил, Тимур, этот бой мог бы быть украшением любого турнира. Да. И надо отдать должное и Висхану Эзерханову, и Исе Ханиеву за проведенный бой. Молодцы. Да. Видно, что готовились, да. Видно, что тренировались, настраивались и выложились полностью на 100%. Да, согласен. Поединок продлился все три раунда. В этом поединке объявляется ничья. Да, Тимур, они тебя услышали. Да, они меня, наверное, услышали. И я думаю, это самое справедливое решение. Да. Потому что оба спортсмены заслужили победу. Да. И эта победа их общая, можно сказать. Молодцы. Вот правда, очень красивые, яркие бои. Спортсменам... Я уж думал, кому бы эту победу не отдать, все нам будет обидно второму. Да. Потому что каждый из них очень много внес. И столько раз все менялось. Спортсменов, я думаю, мы поздравляем с этим боем. Я бы даже не сказал бы ничья, я бы сказал бы, выиграли оба. Да, молодцы. Еще раз молодцы, молодцы и поздравляем их с таким ярким, красивым боем.